Тем временем Британию осаждают толпы российских хакеров. О росте атак якобы наших интернет-взломщиков сообщили в Национальном центре кибербезопасности. Глава центра Киаран Мартин обвинил Кремль в покушении на архивы правительственных учреждений и крупных компаний. Также эксперт свято верит в то, что Москву интересуют последние разработки британских ученых, которые в России давно разошлись по анекдотам. В любом случае, предоставить хоть какие-то доказательства российской киберагрессии господин Мартин постеснялся.